Накипь – проблема неприятная и, увы, неизбежная, но вполне решаемая с помощью натуральных средств, которые всегда есть под рукой. Сегодня расскажем о самых эффективных способах очистить до блеска электрический чайник. Итак, уксус. Очень эффективное средство для очистки, однако оно идеально подойдет для удаления большого количества застарелой накипи. На 1 литр воды вам понадобится 3 четверти стакана 9% уксуса. Вскипятите раствор и оставьте на несколько часов до полного остывания. Затем воду слейте, а чайник промойте от накипи и прокипятите чистой водой. Чистка чайника с помощью лимонной кислоты – самый безопасный способ избавления от незначительной накипи. Нужно развести 4 столовые ложки лимонной кислоты в литре воды, или же, если лимонной кислоты под рукой не оказалось, использовать половинку лимона. Вскипятив чайник, дайте воде остыть. Слейте и, если накипь не сошла сама, используйте для удаления губку. Затем прополощите чайник и снова прокипятите чистой водой. Еще один способ – белорусский – чистка чайника при помощи картофельных очисток. Подходит для профилактического ухода. Картофельные очистки нужно положить в чайник, залить водой и довести до кипения. Затем, дав воде с кожурой остыть, удалите размягчившийся налет с помощью губки и заваривайте скорее чай.